Приветствую всех зрителей канала в игрушке Far Cry 6. Такой взрывной старт. Так, в предыдущей серии, в конце предыдущей серии мы с вами выяснили, что Дани там что-то натворил. Выгнал Елену с острова какого-то. Черта. Так, выбили этот калашников, что у него? Компенсатор, замечательно. На кой хрен он тут нужен? Хотя, как вариант... У него здесь уже есть некая кастомизация. Даже не знаю, где еще можно. Ладно, не будем ничего ставить. Так. А почему я не могу? А, все. Он у меня уже используется. Дани, Ола. Я так рада, что Бенитос мертва. Яра станет лучше без Бенитос. Так, очень странное эхо у нее, конечно. Так, что у нас здесь? Ну так ко мне же никто не придет, да? 100%. Так, внимание, ребятки, вопрос, куда нам с вами здесь идти, потому что вроде как с той стороны была лестница. Да, когда мы проходили здесь миссию. Вроде как я откуда-то отсюда залез. А нифига, а нет, все нормально. А ну-ка давайте рассказывайте, чего то мне наговорили по телефону. Прижмем Макея? Он спонсирует Кастильо. Нет, убьем Кастильо, на Макея нам плевать. Да. Чем может быть важен какой-то Янки в костюме? Деньгами. Без них не будет ни танков, ни пуль, ни солдат. Верно. Елена, Хонрон, Лоренцо, мы и вся Ламораль займемся Кастильо. Дани, избавься от Макея. Странный у тебя план. Да, задолбал ты со своим пистолетиком. Опа! Во, вот это я понимаю, повстанец Калашникова. Погнали! Нифига им стену разнесли там с танка, походу. Так, что нам защищаться или что? Дани, самолеты! Коконос. Ох, как я соскучился по Калашникову в играх. Парк серии Far Cry. Отдохни. Какие самолеты? Опа. Точка, на которую я сюда приехал. Так, самолет где? Как раз таки мне надо, чтобы они оттуда вылезли. Опа. Пошла жара. Ни хрена себе, у него тут какой калибр-то стоит. Они идут в мою сторону, прямо к форту. Я разберусь. Да блин. Я в восторге. Да мы тут все в восторге от этого танка. Блин, прикольно, что здесь некоторые
Противники умудряются с гранатомета сами себе под ноги выстрелить. С ракетницы, точнее. Если быть точнее. Без бокового прицела здесь делать нечего, конечно, с калашником. О, не-не-не-не. Это 100% был с танка выстрел. Кажется, у нас пулемет отвалился. В смысле, а что, где просто пулемет? Он выжил. Так, внимание, вопрос. А если... Это же солдат из нас. А, ну-ка покажи мастер-класс. Не, какая-то. Ну и перед пацан. Так. Вовремя остановиться. Здесь мне кто-то. Не-не-не, опять-таки. Это вы что, угораете, что ли? Свой отель откройте, Ихос де Пута. Этот наш. Говорит, это наш отель. Откройте свой. Так, кто-то у нас здесь. Ты куда уйдёл? Да погоди ты. У нас кто-то здесь, внизу, что ли? Нет. Так, где-то у нас кто-то здесь, ну ладно, идем. Так, по-моему, это снайпер. Тут тебе и Супрема, тут тебе и... А, да, за этот калашник уже. Так, давайте-ка быстренько тогда махнем кое-что. Так, где? Либо. Что-то мне здесь то же самое обещали, да? Нифига не видать. Как там под углом держит винтовку. Снайпер. Так, все, у нас есть снайперское прикрытие, можно сказать. Это тоже неплохо. В смысле ты выжил? Зараза, какие же вы уроды. Я
Так, теперь нужно выйти из его огня. С линии его огня, точнее. Так, а давай-ка отсюда. Тут мы все удовлетворили. Да вот вообще не вовремя. Даже у меня целится. Ну давай, зараза. Он еще не шлепнулся. Теоретически его можно сейчас нафиг убирай. Практически его тоже можно. Еще одна? Ох, тоже зараза. Нифига. Только вертушек. По-моему, первый быстрее отвалилась. Патроны, надеюсь, что сделали именно они свое дело, помимо ракетниц. Елена, в чем дело? Это Гильберта. Они хотели не захватить форт, а загнать нас внутрь. Но пока что из всех, кого мы потеряли, мне прям жалко только Ильтигра. И где Ханрон? Просто доберись до пика патриотов! Не время для, я же говорила. Хочу попрощаться со старым другом. В 67-м мы не оплакивали мертвых. Смерть была честью. Мы были глупы. Кастильо и Маккей перешли черту. Смерть может забрать любого из нас. И старую легенду. И молодую. И лидера Элеста. И руку революции.
Мы должны остановить Кастильо и Янки. Мы? Мое везение вам пригодится. Гони сюда свой танк. А чё, где эти ребятки? Что-то я их не наблюдаю. А, вон он чё. Чё по патронам? Так, это дело... сделаем вот как. Что, у вас патроны закончились, что ли? Почему мне их не дают? Даже не заикайся, Либертате, о том, что Клара, мать ее Гарсия, могла бы нам помочь. Вряд ли ты собирался, но мало ли. Мира, Ханроне... Короче, давай. Я скинула фотки глушилок на твой телефон. Ой, ну нифига себе. А, ближайшего у нас там ничего и нет. Вокруг мне не очень хочется ехать, зная скорость транспорта здесь. Хотя фиг его знает, меня ведь может сбить зенитка. Ладно, посмотрим, как получится. О, Лапуля, это Гильберто. Угу. Я до сих пор в шоке. Эль-Тигр и Ханрон в один день. Пинга. Я убью Кастильо и Маккея. Охо-порохо. Да-да. Но я звоню не для того, чтобы узнать, насколько сильно ты злишься. Сильно — это не то слово. Знаю, Лапуля. Я лишь хотел сказать, что новый штаб Ла Мораль теперь на заводе Кардосо. Загляни, как будет время. Хорошо, Гильберто. А еще кое-что. Нам больше не нужен вышибала. Так что Альфредо жаждет приключений. Его возьмут в Либертат? Конечно. Отправь его к Бенито. Ему всегда нужна помощь. Так, вертолет. Для экономии патронов, я думаю, лучше будет, если я побегу с пистолетом. Так, а какой, говорит, зовут? Ничего не понятно, очень интересно. Там есть какой-то он дым красный. Вот здесь какие-то поселения. Так, а еще мне бы напасть на какой-нибудь объект военных. Что здесь? Ну, хотя мы и так летим на объект военных, все. И вопросы отпадают. Неопознанное судно в бесполетной зоне. Говорит авиадиспетчер. Приземлитесь или мы откроем огонь. Алапинга. Не откроете. Так, теперь мне нужны границы этого военного объекта. Присаживайся. А что ты так резко упал-то? Вот данные. Давай.
что-нибудь. Надеюсь, ты не боишься ожогов, химикатов, ядов. Тут от таких вещей никуда не спрятаться. Делаешь вдох, а легкие прямо горят. Это ветерок дует со стороны химзавода Маккея. Я слышала, Сальдадос топят там изгоев в кислоте. Muchas gracias. Так, ну теперь у меня из орудия... Опа. Из оружия с глушителем только дробовичок. Что, по ногам, наверное, прострелим? Кого стеснялся? Так, есть боеприпас, отлично. Теперь... Как нам залезть на фи... Ага. Ты чё? Что-то мне это напоминает. Я вырубил глушилку. Мы бьем. Теперь займись остальными, иначе загрузка будет тормозить. Спорим, в здании Маккея полно Сальдадос. Си, так что уничтожь побольше глушилок, или бой может затянуться. Вот сейчас я забыл про эту штуку, и это могло бы очень дорого мне обойтись. Так, летим к следующей глушилке, по пути открываем себе... А это что такое? Какая-то пещера, что ли? Ну, как бы вообще... Кто меня там заметил? Так, это, видимо, завод этот. Кажется, я вижу глушилку. Я думаю, что нам стоит ее навестить. Главное только не попасться этим. Так, впереди. Происходит. Какие-то агрессивные молодые люди. Так, этот свой. Так как этих нет, я думаю, нам стоит сразу же пролезть туда. Теперь после каждой звонить будешь? Нет, я хотела сказать, что тебе не нужно каждый раз мне звонить. Умно. Откуда ты так много знаешь обо всем этом? Технологии у них продвинуты. Я помогала их настраивать. Да ладно. Помнишь, как Кастильо начинал, как давал первое обещание? Не люблю я политику. Я за него не голосовала, но он обещал соединить Эль-Эста не только с остальной Ярой, но и со всем миром. И когда Кастильо победил, он собрал всех гиков, каких смог найти, чтобы подключить Эль-Эста к сети. У этой истории будет паршивый финал. Вскоре мы осознали, что Кастильо использует нас, чтобы создать сеть для слежки за людьми. Кто-то пытался саботировать ее работу, но сторонники Кастильо быстро смекнули, что мы не на их стороне. И что? Сейчас за нами следят? Чё он взорвался-то? Точнее, чё этот из него не вылез?
Не ожидал, что получится. Так, я что, еще здесь, что ли? Я думаю, что стоит нам туда пробежать. Потому что там говорят, что где-то необходимо. Только не сбей. Давай, 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 вали отсюда. Ключ в замке зажигания. Не лихач на дороге. Благодарю. Я ж проверю. Чё-то, кажись, нету ключа. Я тут? Кто просит показать? Показалось. Так, друга его не видать. Оттуда придется лезть, да? Ничего. Так, петух где-то рядом. Или мне кажется, или он наверху. Наверху. Так, быстро, быстро, быстро. Куда нам? Так, вспомнил. Я видел, где здесь лесенка. Достаточно странная тема, конечно. Потому что с подобного выстрела там должно было вообще все разорвать. Так, а здесь я уже был. В таком случае все, возвращаемся на дорогу. Раскидываем всех, кто там будет. Вообще, я бы, конечно, и пистолет себе с глушителем взял. Почему бы и, кстати, нам не взять кое-что? Арсенал. Так вот берем. А, блин, я же не могу поставить. Ладно. Разница. Елена, я у здания Макея. Там полно сторонников Кастилия. Как разбираться с ними, решать себе. Вдруг ты сможешь все провернуть, не привлекая внимания. Иногда внимание — это хорошо. Гильберто говорит, что часть здания сейчас ремонтируют. Там, где идут работы, должно быть меньше людей. Спасибо за наводку.
Так, эти друг друга палят. Ладно. Может и не палят. Но в любом случае они побегут в ту сторону смотреть. Обойдем отсюда. Уродскому бизнесу уродское здание. Неплохо получилось у нас их отвлечь, конечно. Так, а где сундучок с секретом? Найти серверные, но вроде как... А, стоп. Кто это? Враг рядом. Найти. Алерта! Здесь убитые! Перенесите! Я уже могу и без глушителя, ребятки, так что давайте. Друг твой где? Так, этажом выше. Блин, ну как бы я на самом верхнем этаже? Здесь-то вы мне фиг заметите. Откуда они мне палят? Так, отсюда. Враг внутри, окей. Ну, здравствуй. Разброс, конечно, у пистолета мощный. Не сдаваться! Мы победим! Почитаю! Где? Так, слишком рискованно стоять в месте, где... С двух сторон могут взять. Ну давай. Влазь. Влазь.
Кажись, это уже спецназ Кастилии. Где они там скачут? А, так вон его где опять. Так, вот это уже плохо. Зараза. Я нашла расписание. Похоже, у Макея назначена встреча в офисе. Ты зачем его поднял? Видишь, чувак отдохнуть хочет. Кто, ты что ли пытаешься? Так, блин, вот мой ПП, говорю, автомат был бы лучше в этом плане. Лежать. Патроном, пацаны, давайте, тащите. Так, 10% осталось. Ну все, я вытащила с этого компа все, что могла. Хорошо. Патроны бы мне бы еще вытащила. Так, это мне не особо нужно. Так, давайте-ка возьмем пистолетик. И давайте-ка все-таки вместо первого ствола возьмем вместо Калашникова. Таким вот образом будем работать. Так, эти ребятки в этом здании. Блин, ну сейчас-то уж можно не пугать этим спецназом. Враг еще здесь. Нету здесь врага, отдыхай. Вот компьютер есть. Видите, погодите, не стреляйте. А мне-то что с того? Я не очень дружу с компанией. Да ну.
Зараза. Да ты что делаешь-то? Так, стоп. Так, арсенал, арсенал. А, пистолет, который мне нравился. Просто потому, что он своей перезарядкой перезаряжает и остальное. А что, ты другу своему не поможешь, что ли? Очень интересно, конечно. Кстати, напоминает опять-таки Call of Duty. Modern Warfare 1, там тоже надо было что-то с компьютером. Там вроде только информация наоборот скачивалась на диск. И нас атаковали люди Захаева. Или стоп, или это не первая, или это вторая Modern Warfare. Можешь не впускать Сальдадос, пока я там. Будет сделано, Дани. Так, я знаю, где это место. Ну, вроде как. Где монитор? О, какой. Здравствуй. Как твои дела, рюкзак? А ты как думаешь, сраный янки? О, сраный канадец, вообще-то. В отличие от американцев, мы извиняемся, вон за нож. Чё, пришел? Отомстить. Ты убил моих друзей. Ясно. А мозги у них вытекли через уши или через нос? Нет-нет, погоди, не спойлери. Запись посмотрю, как уложу засранца. Мое почтение за Бенитоса, кстати говоря, удружили. Я как раз беседовал с Кастильо, когда увидел, как вы, животные, вешаете ее прямо в телефоне. Это было жестко. Ты следующий. Взглянем правде в глаза. Ваша страна отстает от всех лет на 7. Не мешали бы вы, людишки, нам с Кастильо, уже были бы страной первого мира. Вот так. Людишки? Ха, чувствуется любовь. Господи, пойми, я видел кучу повстанцев и говностран типа Яры. Ничего личного, пришел твой черед, так что крепись, потому что к тебе направляются очень крутые ребята. Супер. Что это? То, что поможет мне стереть тебя в мелкий порошок. Нас что, взломали? Увидимся, Маккей. Ах ты, тварь! Почему именно Макарова, понять не могу. Дани, сведения у меня. Вали оттуда. Ага, я пошел. О, прекрасно. Посмотрю, как ты сдохнешь. Знаешь, скорее всего, ты старался зря. Ты не представляешь, сколько всего я храню в облаках и на личных серверах. И я знаю, как эти серверы обнулить. И их, и все что угодно. Кстати, мои облака самые защищенные в мире. Знаешь, чем вообще хороши облака? Их нельзя уничтожить. Ты яйца выеденного не стоишь. Бестолочь. Слушай, рюкзак, у меня тут еще один. Выходить мы будем, скорее всего, именно... Ни хрена. Хорошо. План Б.
сведения о производстве яда, организованном Маккеем и Кастилью, у меня. И что дальше? Судя по файлам, завод и трубопроводы очень важны для Маккея. Он тратит большую часть своих ресурсов на их защиту. Так похерим их. С чего начнем? Решать тебе. Встреться со мной на складе пиломатериалов Валера или с Фартовой на заводе Кардоса. Валера. Елена, мне вывести из строя остальные глушилки? Да. Чем больше глушилок ты отключишь, тем больше будет скорость загрузки. И ты сможешь транслировать больше ТВ-шоу? Нет. Мне будет проще помогать тебе во время любых операций, где требуется хакер. Ясно. Ну, насчет ТВ-шоу ты прав. Я знал. Посмотрим, что можно сделать с оставшимися глушилками. Как вовремя. А как мне их находить, интересно, здесь мне отметят их, нет? По всей видимости, не отметят. Я так понимаю, уже в дальнейшем их не так сложно будет находить. В любом случае, узнаем мы это наверняка в следующих сериях, так как в этой, на этом моменте мы с вами прощаемся.